Друзья, привет! Сегодня у нас радостная новость. У нас пополнение в нашей семье трансатлантических путешественников. И два новых имени пересекут Атлантику вместе со мной во втором этапе регаты мини-трансат. Это Евгения Тетеревкова и Тит Рисала. Из России Евгения и из Эстонии Тит. Евгения выбрала место на лодке «Корпус», и мы наклеим ее имя здесь. Спасибо, Евгения. А Тит захотел быть на киле, поэтому мы спускаемся внутрь. Как в подводную лодку. И Тит стал четвертым путешественником на киле нашей яхты. Спасибо, Тит. Для всех, кто еще думает принять участие в этой не совсем авантюре, но стремительной гонке, у нас все еще есть возможность разместить стикеры с вашим именем на киле, на мачте, на бушприте и на корпусе. Вы можете поддержать мой проект, помочь мне пересечь Атлантику как можно быстрее на нашем сайте Ирина Грачева Racing.ru. Спасибо!